Это не любовь, которая уходит. Это значит, уходит что-то другое. То есть, ну, типа, нормальная любовь не уходит. Но не это имеется в виду. Не это имеется в виду. Не торопись, поймешь. Мой молодец, я не сомневался. Va bene. No, позволь, Ирина. Тогда у тебя будет текст. Потому что я видел эту песню. Но значит, что я видел эту, на другую сторону есть. Но все-таки сейчас уже больше... Потому что может быть, что вернется эго в следующий раз, поэтому это пригодится. Вот же он. Переверни. Вот.
первый. А, посреди песни. Первый листик. Первый. Хорошо. Перед тем, как дать вам слово, если вы помните, когда мы образуем поверительное наклонение глагола «андаре» для первого, второго лица единственного числа, будет «ва». Иди, сходи, как хотите. Но когда повторяется «иди, иди», можно не образовать, не ставить, не образовать. Иллюзию. Вай, вай. Вот это повлительное наклонение у нас. Окей. Кто последний говорил? Сейчас скажу. Ирина, тебе твоя очередь. То есть это вот иди, иди, что ли? Иди, иди. В самом деле уходи, уходи. Уходи, уходи. Танто, все равно. Все равно. Это не любовь, которая уходит. Уходит. Си. Уходи, уходи. Си. Любовь. Любовь. Не спит, короче. Не спит. Любовь не спит. Даже если поздно и дождливо. Си. Но ты. Уходи, ты уходи. Си. Так. Что-то знакомое. Остаются. Остаются. Свечи, что ли? Свечи. Вино. И мольные. Лампа это молния. Ну, огонь. Ну, не знаю. Молния, давай. Вдоль дороги, что ли? По дорога, дороги. По дороге к... На дестину. К судьбе. 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 Бе, все, спасибо. Окей. Юля. А, иди, иди. Си. Я знаю эти вечера без тебя. Си. А, я знаю, ты знаешь. Си. А, тишина, которая... Тишина шумит. Тишина шумит. Си? На самом деле не так. Тишина производит шум чего? Твоих шагов. Си? Ты уходишь. Си? Иди. Это еще шагов, однако, андати. Андати, вот это что? Про... Уходящих. Уходящих, да. А, твоих уходящих шагов? Бе. Ну, иди, си? Иди. Я знаю мои письма любви. Си? И горький привкус утра. Утро. 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 Си, си. Окей. Окей. Настя. Но это не любовь, которая уходит. Си. Время, да. Время уходит. Время, да. Время, да. И крадет. У нас крадет. И у нас крадет, и потом... А, ну, прости, не у нас. И нас крадет. А, и нас крадет, и потом нас... Сушит. Высушивает. Короче. И высушивает сердце. Вот, высушивает сердце. Высушивает сердце. Опять повесни еще раз. Си. У меня больше ничего. Нечего. Мне больше нечего ждать. Си. Только петто. Крут. Только грудь что? Птичные грудь. Грудь, груди. Алора, простите. Да, вот есть девушки, которые природа обеспечивала, которым природа хорошо обеспечивала впереди. Это птичьи называются? Не лучше. Наоборот. Наоборот. А ты... Да, да. Знаешь, как меня земля называет? Молочные магазины, вот как это называют мы. Бе, латтерии. А это нет, а у этой девушки обратная ситуация. Твоя птичья грудь получается? Си. Только сон это сон? Сон? Только сон тихого завтра. Но, только сон, тихий сон завтра. Сон на дикой. Тихий сон завтра. Бе, хорошо? La quiete это покой, тишина. La quiete, покой. Спокойствие. Allora, di quiete, come dire, vi помните, по-русски больше прилагательных, чем по-итальянски. Поэтому, когда есть D,
ты плюс существительное, это как сказать прилагательное по-русски. Угу, угу, Б. Угу. Ладно. Ну ты иди, иди. Все? Ну там знают свои письма любви. Все? И горький вкус утра. Все? Это уже. Это я знаю. Все? Ты знаешь, представляю, как вижу. Это инфинитив. Представлять. Представлять. Как слепой. Как... Слепой, да, продолжается. Слепой, бить, как бить слепим, короче. И потом. Спотыкаться в двух словах. Все? А к серви? К чему? К чему слова? Все? К чему говорит? Для... для того, чтобы. Спигары учить. Объяснить. Объяснить. И тем временем. Intanto, тем временем. Тем временем мы. Мы. Нет, убегаем. Sí. На нитке. Убегаем на нитке. Sí. На времени года. Во время года. На тонкой. На тонком беспокойстве. Сложная рыба. А убегать на нитке. Это А? По? Си, по, си, си, простите, не на, по. Не на нитке, простите, по, 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 по нитке. Си. Ну бежишь ты потом, так же как по канату. Здесь имеется в виду, что нет, нет ничего стабильного в жизни. Б. Все остальное повторение. Димитрий, кто сони твои двое протагонисты questa canzone? Sì? Eh? Babbo Natale. Дед Мороз. Вопрос в чем? Кто главный герой? Мужик вот этот. Который... Un uomo, Sua amata. La sua amata, la sua donna. Beh, sua donna. Cosa è successo? È successo che Ушла, не уходит. Авева. Авева? Может быть, авева. Что имела? Айандата. 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 Вия. È andata via. Andata via, via, porta. Ha aperto la porta e è andata via. Ha aperto la porta. Mia crivaia. Mia crif. Gli è svolta. Ui, tira, sa mentire. Bene, è andata a porta, ha sbattuto. Ma noi non sappiamo se ha sbattuto la porta. Non lo sappiamo, questo non lo sappiamo. Bene, ok. Lei è andata via. E lui? Lui è rimasto a casa, va bene. Lui è rimasto nella vita di sempre. E lui? E lui, Irina? Sì. Piange. 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 Lacrime. Beh. Soffre. Beh. Allora, quando qui dice che rimangono le candele, il vino e i lampi, significa che la notte non dorme. Perché se dormisse... non ci sarebbero bisogno delle candele accese. Sì. La notte non dorme. E se non dorme cosa fa? Beve. Beve. Troppo. Troppo. E i lampi, io non so, vi citali che ti abbi capito americanski comics? No. Mi raso il gisni. Cada, sto bene pisata l'ugatesto, cada v comicsach рисуют, типа, череп, и потом молния. Вот. Это что означает? Вместо того, как... Но, ничего, вместо того, как писать неприличные слова, которые в комиксах невозможно писать, потому что в основном комиксы это для детей, пишут такие, а это читатель понимает, что здесь персонаж ругается. Бе, вот. Cosa значит lampi? Quindi,
non dorme, beve e dice parolacce. Porca puttana, perché mi ha lasciato da solo quella brutta stronza? I tagdaglie. Beh, ok? È normale. Ma è normale, cioè è normale. O c'è... No, normale, normale. Vabbè, so, scusa, eh. Quando un uomo o una donna ti lascia, tu che fai? Oh, che bello! Lui è innamorato, eh. Lui è innamorato, infatti lui dice, non è, tu vai via, ma non è l'amore che va via. Non è l'amore che va via, significa io ti amo ancora. Non posso dimenticarti, non posso... Ni magus mirizza, sto ti... brosi la mia. А а что, сразу надо, ну ладно, хорошо, спасибо, что ты оставляешь меня. Будь счастлива, я тебя люблю, будь счастлива. Alors, что, cosa vuoi dire, Настя? Ничего. Ничего, мне казалось. Va bene. Па, ты тради. Тут еще какая-то песня остается? Sì, есть Lucio Dalla, Piazza Grande. То есть оставить? Sì, sì, оставить, оставить. Это будет слушать. Allora, Pate Tradi. Oh, если правильно напомню, mi tocca no, vi. Tocca no, Brasnini. По 18-му уроку делали, да? 18-му, 19-му. Сейчас найду. Allora, a pagina 286, Pate Tradi, 286... Сделаємо упражнение B. Обратите внимание на образец. Poiché non ho tempo, поскольку у меня времени нет. А, non ha tempo, простите. У него, у нее, мы не знаем. Eh? Поэтому, поскольку у него, допустим, времени нет, non viene con noi, не поедет с нами. Poiché non ha tempo, поскольку у него не времени нет, это причина. А мы знаем, что можем использовать настоящее время для причастия, чтобы указывать на причину. Поэтому, non avendo tempo, не имея времени, non viene con noi, не поедет с нами. Первую часть вообще убираем, возьмем глагол, который был в первой части, и образуем для причастия. Отрицательное предложение. Ба, отрицательное. Когда есть наличие отрицания, надо повторить наличие отрицания. Или нет. Или нет. Еще раз. Поскольку. Поскольку. Юля. Читаем. Поки сел у станки, турнем оказан. Си? Эсэрчи? Но это эссер, не эссерчи. Сиамо. Это чи не надо, э? Ubirie to mi ste mieni, mi che giusti, essendo? Essendo stanchi, sì? Andiamo a casa. Sì. Sì, это когда речь идет о присутствии, что-то, кого-то где-то. А здесь это... А это всегда мы, нет? No, мы не. Sì, значит, мы, когда это возвратный глагол. Да. А здесь это просто глагол быть. Бе, окей. Поки добрано. Добрано. Lavorare in Francia, studieranno il francese. Sì. У нас модальный глагол dovere, отсюда мы должны образовать di причастие. Dovendo. Dovendo lavorare in Francia. Sì. Studieranno il francese. Bene. A poi che? Pascolco. Sì, no, поскольку настоящее время для причастия не относится к времени, всегда походит. Дмитрий? Poiché vuole prendere... Prendere. Prendere un bel voto al esame. Sì. Maria studia tutto il giorno. Brava Maria. Сколько? Она... Хочет получить хорошую оценку на экзамене. Sí. Мария занимается целый день. Sí.
Volendo prendere un bellavoglio esame, Maria, studio tutto il giorno. Giusto? Bene. Irene. Poiché voglio imparare bene il tedesco, vado un anno in Germania. Madonna. Ringot na sasiski e pila. Beh. Volendo imparare bene il tedesco, vado un anno in Germania. Bene. Bene. Дальше, продолжение на следующей странице. Юлия, пятое предложение. Все. Все. Джусто. Жанна. Perché non riesco sì. a vedere bene da qui, sì. cerco un posto migliore. Sì. Поскольку... Отсюда мне нехорошо видно. А, нет, нехорошо видно. Поищу место получше. Да. Non riuscendo. Riuscendo. Ah, riuscendo. Non riuscendo a vedere bene da qui, sì. cerco un posto migliore. Va bene. Хорошо. Дальше сделаем место упражнений C. Опять. Poiché non aveva tempo, Карло non è venuto con noi. То же самое. Поскольку у него не было времени, Карло не пошел с нами. Non avendo tempo, Карло non è venuto con noi. Не имея времени, Карло не пошел с нами. То же самое. Димитрий. Poiché non... Conoscevo bene il marito di Anna, sì. credevo che fosse antipatico. Beh. Поскольку не знал хорошо мужа Анны, думал, что он неприятный. Sì. Non conoscendo bene il marito di marito. Anna, il marito di Anna credevo che fosse antipatico. Va bene. Irina. Poiché stavo bene in quella città, ho deciso di fermarmi a lungo. Sì. Stando bene in quella città, ho deciso di fermarmi a lungo. Bene. Stando? Giusto, sì, proprio così. Infinitivo, san, короткий, и короткий будет причастие. Va bene, Юлия. Poiché non potevo uscire, ho avvertito Lucia. Per telefono. Di non aspettarmi. Sì. Che ti avevo predupredito? Sì. Sto bene a Nisda Lamenia. Non potendo uscire, ho avvertito Lucia per telefono di non aspettarmi. Bene. Nasti. Poiché non era ancora guarito, sì. Aldo non è tornato in ufficio. Beh. No, no, è tanico la dire, guarire si sta per la gatta, guarito e tapri la gattene. Essere stesso una sulla colpa. Non essendo guarito, sì. Aldo non è tornato in ufficio. Beh. Ni выздоровел? Да. Aldo non пошел в офис. Beh. Gianna. Perché non sapeva che fare, sono entrato nel primo cinema che ho trovato. Beh. Non sapendo che fare, sì. sono entrato nel primo cinema che ho trovato. Va bene. Poiché non vedevo Pina da molto tempo, ho deciso di andare a trovarla. Sì. Non vedevo... No. A canciani cacoide, dei pricesti che la cosa trova a
Dire. Agacciani dei precesti. Ancora starò a spiegare. Endo. Endo. Da baffa a cancelli. Non? Non vedendo. What? Non vedendo fino da molto tempo ho deciso di andare a trovarlo. Va bene. Doma pagesta sdielete, su e sciona stranizze, dvesti vose di insieme, un pragine di budi mi sposvat, nastajasce vremia di precesti, funzi, funzi, modanno i funzi. Bene, come te l'ha detto, cacchim obrason eta tibion scasal, me l'ha detto sorridendo, nieta scasal, ulibaias. Io so. Sto da quel brontolare? Farcet. Dalce. Na stranizze dvesti vose desiat vose. Zdjelite doma upražnjeni e gdje budem ispolzovat prašeće vremja di pričastja. Poiché avevo finito i soldi, non sono andato al ristorante. Pascol comenias bienghis a concilis et snaciala sucilas iani pascol ristorante et apoge sucilas. Avendo finito i soldi, Закончився. По-русски не знаю. Понимаю. Потратив все деньги. Потратив. Вот можно говорить так. Да. Потратив. Деньги у меня. Я не пошел в ресторан. Бе. Прошедшее время. Это причастие. Дальше упражнение F. Еще дома. Опять будете заполнять приложение. Сами придумывая. Походящий глаголи, которые будут спрягать в настоящее время для причастия, чтобы указывать, каким образом такие действия выполняются. Ieri Antonio è entrato in casa sbattendo la porta, gridando, tenendo un pacco in mano, dirgia, pasir, cucarocco, bruché, fumando un sigaro. Vi можете придумывать, что вам больше понравится. Хорошо. Ребята, сегодня такой еще день недели? Среда уже? Значит, со следующей недели мы все еще по 19 уроку будем уже изучать прошедшее время инфинитива. По-итальянски не существует, то инфинитив, у вас это инфинитив, и все. Читать. А у нас есть два времени. Читать это настоящее время, а у нас есть и прошедшее время инфинитива. Зачем? 21 время. Откуда появляется, да? Однако, знаете что? Еще есть 3 минуты. Только все сложило. Давайте. Тихонечко. Погодите. Сейчас найду. Занятие найду. Давайте поджимаемся. Первый счет. По-итальянски. Считаю. Смотрите, у всех еще есть страница 291 из предыдущего урока по тетради. Questi vostri sattadini, il ponte più lungo, Samidlinni Most. Beh, citaime text. Topa Stenni Gavril. Madonna mia. Poi prossimi. Ma tocca, da io non devo rispondere. Chi ha letto l'ultimo? Si, Ирина, тебе. Дружка, что Дмитрий, он только не могу его схвостнуть. Начнет Юля. Иначе я сегодня. Что ж такое? У меня хвост. Il ponte sullo stretto di Messina che collegherà la Sicilia al continente sarà il più lungo ponte
sospeso. Sospeso del mondo è sì. La più colossale opera sì. Architettonica italiana. Ciao. Most serious Pralif. Stretto значит Pralif. Это название города, не меняется. Я тоже знаю, как Мессинский. Да? Си, си. А, который связывает Сицилию с континентом. Си. Будет. Будет самым длинным. Висячим. Висячим мостом в мире. Си. И самой большой. Си. Архитектурной работы. А, самой большой итальянской архитектурной работы. Си. Ma va bene, Произведение, произведение. Beh, Nastia? Monte lungo circa 4 chilometri. Chilometri? Chilometri sospeso sul mare a 64 metri di altezza. Beh, ciao. Most di noi около 4 chilometri. Опять висячий. Висячий над морем. На высоте. На высоте 64 метров. Бе. И все, потому что уже время. И стихов. Allora, vi dico solo una cosa. Quando io ero bambino così, mia mamma e mia nonna dicevano, sono tanti anni che vogliono costruire il ponte sullo stretto.